Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Если вы думаете только о ленте, то лента никуда не полетит никогда и будет лететь нестабильно. Вы это поняли? Молодцы. Тренер сборной команды России по художественной гимнастике Екатерина Пирожкова спортивную карьеру начинала в Самаре. В пятую спортшколу она пришла с родителями, когда ей было всего 4 года. Упорные тренировки привели гимнастку на пьедестал почета не только первенства города, но и всероссийских соревнований. А переехав в Санкт-Петербург учиться в физкультурную академию, Пирожкова победила на чемпионате России и дважды на Всемирной универсиаде. Формула успеха, уверена, проста. В художественной гимнастике должна быть специальная физическая подготовка. Не общий бег, прыжки, а специальная, потому что у нас в гимнастике девочки худенькие, имеют длинные мышцы, внешне они очень слабенькие, но на самом деле они очень сильные, потому что элементы очень сложные. Чтобы это выполнить, они должны быть физически очень крепкими. Завершив соревновательную карьеру, Екатерина Пирожкова занялась научной деятельностью, разработала специальную методику тренировок гимнасток. Ее работой заинтересовались в национальной сборной. Сейчас самарская чемпионка путешествует по стране и проводит мастер-классы. В Самару на специальные сборы приехали 20 перспективных гимнасток со своими тренерами со всех городов губернии. Для того, чтобы тренер понимал, что он должен делать и как он должен работать, он должен быть вооружен всеми современными технологиями тренировочного процесса, который на сегодняшний день имеют место быть. Они, конечно, формулируются и определяются в сборной команде России. Чем мы там в провинции сидим? Далековато. Не всегда выезжаем. Только набор. Нам учиться и учиться. Как раз Катя показала то, что вот можно объединить в одном тренере. Вот у нас вот проблемы с тренером Жигулёв, я одна. Так такой материал объемный дала. И хореографию. Теперь я могу кратко, сжато, но основа. И что интересно, самое главное, методически правильно все. Это вообще восхитительно. В планах областной федерации художественной гимнастики регулярно проводить для самарских спортсменок сборы, а для тренеров – семинары по повышению квалификации. Именно это позволит самарской художественной гимнастике подняться на новый уровень развития и стать конкурентоспособной как на всероссийской, так и на международной арене. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.